Любители розыгрышей, или как их сейчас называют, пранкеры, думают, что могут шутить над кем угодно и как угодно. Но оказывается, не все шутки полезны для здоровья, в том числе самого пранкера. Парень всерьез поверил, что девушку ударило током и спасал ее как мог, отчаянно поколотив невезучую шутницу. Этот шутник тоже не на того напал. Перелетев в реку, наверное, не раз об этом пожалел. Вы тоже считаете, что ответная реакция чересчур сурова? А вот некоторые пользователи говорят по делам. Ведь пранкер отправился вслед за утопленным им телефоном. Hello, darkness, my old friend. Хорошо, если он умеет плавать, и его приключения закончились благополучно. А вы бы смогли вот так беспечно шагать по небу над машинами и крышами домов? Или у вас от этого видео дрожат коленки? Не пугайтесь, это всего лишь бассейн с прозрачным дном на головокружительной высоте. Эту змею тоже бояться не стоит. И огромный паук совсем не опасен, ведь все они нарисованы. Такие 3D-картины, которые не сразу отличишь от оригинала, создает Стефан Пабст. И реалистичны они до тех пор, пока их не перевернешь вверх ногами. Не переживайте из-за этого малыша, он в полной безопасности. Просто его отец – мастер компьютерной графики и нереальных спецэффектов. Российскому кинематографу есть у кого поучиться. Хотя наши умельцы могут и покруче. А вам слабо самим смастерить чудо-пушку, стреляющую сапогами? До такого заграничные выдумщики вряд ли додумаются. На редкость сообразительными могут быть даже попугаи. И как бы вы ни прятали от них заветное семечко, они достанут его и за семью замками. Хотя, может, попугай просто подглядел за своим хозяином? А знаете ли вы, как смеются совы? Еще нет? Тогда слушайте и не говорите потом, что не слышали. И напоследок прогноз развития технологий в недалеком будущем. Автор считает, что совсем скоро, через считанные десятки лет, люди станут добровольно превращаться в киборгов, вживляя себе искусственные органы в погоне за бессмертием. А вы бы так хотели? Вот такие они, ваши новости в наших новостях.